Министр культуры и информации встретилась с победителями престижных международных конкурсов в сфере культуры. Аида Балаева рассказала, что накануне Дня Республики глава государства вручал госнаграды людям труда, среди них работники культуры. Министр поздравила молодых талантливых казахстанцев, их родителей, педагогов с достижениями на мировой арене. Президент уделяет большое внимание поддержке граждан, которые трудятся на благо страны. Ваша победа – это результат совместных усилий не только ваших талантов, но и поддержки, которую вы получаете от родителей и педагогов. Их труд и забота стали важной основой для ваших достижений, отметила министр. На встрече также обсудили реализуемые проекты, направленные на поддержку молодых дарований и развитие их творческого потенциала. Министр выслушала предложения и мнения юных артистов. В завершении встречи победители конкурсов были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Их родители и педагоги, сыгравшие важную роль в поддержке и развитии юных талантов, тоже были отмечены благодарственными письмами.